В нашей школе уже 7 лет. У нас вот цель есть, да, стать лидерами в Центральной Азии в обучении школьников в IT-направлению. И вот мы здесь уже полтора года, да, в Алматы, у нас более 300 учеников, и мы открыли еще второй филиал, и в Алматы у нас будет в следующем году где-то 700-800 учеников. Также мы планируем открыться в Астане в следующем году и уже по модели франшизы масштабироваться по всей Центральной Азии. Вообще, вот мы с Джоустаном здесь, получается, наш третий партнер Иван, он в Якутске. И так распределились то, что он заправляет Якутском, а мы здесь, да. Но стратегией, то есть развитием школы занимаемся мы втроем, как партнеры, и больше распределяем по зонам ответственности. Допустим, у Джоустана это развитие, да, методика, уроки, курсы. У Ивана это больше вот юридические вопросы, документация. А у меня это больше маркетинг и, ну, стратегический маркетинг и вот подбор персонала, HR. Ну, вот как-то так. Здесь занимаются подростки программированием. Каждый наш кабинет, он имеет свою концепцию. Вот этот кабинет называется Software Development Studio, то есть студия программной разработки. Подростки здесь учатся программированию на языке Python, веб-разработке, созданию 3D-игр на Roblox Studio. Мы обучаем детей по собственной методике, и у нас есть также цифровой учебник, в котором у каждого ребенка есть свой аккаунт, да, и они могут учиться в индивидуальном режиме, можно сказать. Ну, с 1 по 10 класс мы обучаем и делим детей на разные возраста. И, например, здесь вот кабинет для начальных классов. Здесь дети занимаются вот, ну, блочным программированием, цифровым рисованием. Вот, ага. Это ваш ребенок? Вот, да, это мы. Здесь это кабинет мастерской по компьютерной графике. Мы его так называем. Здесь дети занимаются 3D-моделированием, компьютерной анимацией, графическому дизайну и обучаем здесь цифровых художников. Есть такие вот графические планшеты. Здесь есть стилусы, они чувствуют силу нажатия. Да? Вот, ну, основной инструмент для CG-специалистов по компьютерной графике. Можно сказать, что школа в облаках, да, то есть вся наша вот система, да, образовательная система, система управления обучением находится в облачных серверах. И когда мы открываем новый филиал, да, мы просто развертываем вот нашу систему в том городе, где мы хотим открыть. У нас есть свои разработчики мобильных приложений, да, и они создают всю эту систему вместе с нашими методистами. Доски такой сильной нет, и еще хорошо то, что наша культура с казахской, они как-то вот похожи, и это помогает нам. То есть мы тут чувствуем себя спокойно, комфортно, нас как бы принимают, да, и это очень помогает на самом деле. Ну вот Джоустан, мой муж, он организовывает вот этот вот, как СФ, уже второй год в этом году будет, и тем самым мы якутянам, которые вот сюда переехали, да, которые здесь живут и тоскуют по родине, они вот, посетив этот праздник, хоть всего один день в году, но посетив этот важный для нашего народа праздник, они, как бы, у них проходит эта тоска. Как бы я вот основной координатор. Здесь, в нашем помещении, вот в школе, да, Алтан, проходят каждую неделю собрания, встречи, да, по организации СФ. Моя роль именно вот стараться, вот, чтобы команды друг друга коммуницировали. А вторая задача – это работа с основными нашими спонсорами. Всем понятное, как бы, мероприятие, да, вот для нашего народа, да? Хотя далеко от родины, давайте мы здесь попробуем тоже. И именно алматинский СФ, он уникален тем, что это он в формате этнофестиваля проходит. И вообще все мероприятия проводятся только на двух языках, на сахай и казахском. Именно в этом плане вот наш СФ, именно алматинский, да, он очень уникальный.
В принципе, я всегда был близок к культуре, знал, что это такое, но никогда не думал, что я буду делать алгыс для людей. Но тут в один момент совпало несколько таких моментов, что я познакомился с шаманом у нас, и он сказал, тебя призывают предки, тебе нужно идти учиться. И направил меня к своему учителю. Это самый такой почитаемый алгысчет у нас в республике, Афанасий Семенович Федоров, Охановый, мы его называем по-японски. Ну, в принципе, не обязательно, да, становиться профессиональным алгысчетом, скажем так, ну, профессиональным в кавычках. И, в принципе, каждый человек может внутри семьи, внутри дома сделать алгыс, потому что в старину по очень многим поводам, даже перед дальней дорогой обязательно делали алгыс, чтобы дорога прошла успешно, и перед любым таким событием, знаковым каким-то, там, при смены летника на зимний, когда переезжали, да, тоже обязательно проводили обряд по многим таким поводам. Это уже принадлежности мои как алгысчета. Посуда деревянная, да, куда мы кладем кисломолочные продукты. Это чаран, кубок для кумыса. Самое главное подношение – это вот кумыс и конский волос белого цвета. Это называется лейбирь. Как вы видите, делается из конского хвоста. Это имеет свой духовный смысл, сакральный смысл. Таким образом, ну, как бы обмахиваясь этим, считается, что человек как бы очищается, да? Всю негативную энергию от себя отгоняет. Вот эти посуды, они глиняные, как мы видим. Для того, чтобы разжигать у них небольшой огонь, можно внутри какого-то помещения, да, пространства. Здесь я конкретно развожу костерок, потому что обряд алгыс проводится как раз-таки через разжигание огня, задабривание духа огня, вот, то есть все подношения делаются огнем. Потому что дух огня, он самый близкий, да, очаг домашний, и он выступает таким связующим звеном, медиатором между всем потусторонним миром, скажем, да. И поэтому люди в первую очередь обращаются к нему. Тоже алгысчет одевается белое одеяние, mm-hmm. да, с такими вот с бахромой. В принципе, когда алгысчет надевает, он как бы уподобляется птице, да, потому что понимается, что в ментальном таком каком-то плане алгысчет в это время поднимается до небес, да, чтобы общаться с высшими силами. Алгыс бывает разных форматов, по разному поводу. Это не только благословление, не только благодарность, но и целый ритуал, такой комплекс, скажем, посредством которого мы обращаемся к духам природы, да, к божествам, к высшим силам. Но самый большой алгыс проводится во время празднования ГЭХ, праздника нашего, который мы тут вот проводим в Алматы. Помус – это инструмент, схожий есть в том числе в казахской культуре. На самом деле он более чем у 250 народов присутствует или присутствовал, по крайней мере, до недавнего прошлого. Но в нашей культуре отличается тем, что это самый главный музыкальный инструмент. Я играю уже достаточно давно, 17 лет. Сейчас я в основном занимаюсь обучением. Обучением людей онлайн. Офлайн, вот. Помускун тут. Они называются оладьи. А вообще саха готовит оладьи всегда. На любой случай, будь что произойдет хорошее, либо плохое, мы всегда готовим оладьи. Тем самым наполняется дом, да, этим запахом оладьи и очищает пространство, так считается у нас. Вот, и называем их алгыстах оладьи. Алгыс – это как благословение. Самое простое, что может быть в этой жизни – вода, мука, яйцо. Все, больше ничего не нужно. В Казахстане мы уже 1.5 года. Угу. Да. Так, на самом деле, это время очень быстро прошло. Я вот вчера буквально осознала того, что уже 1.5 года. То есть 2-й год уже.
Ты присоединяйся. Почему я одна? Давай. Что мне делать? Ну, отвечай, можешь ответить на вопросы. В Якутске там вечное движение, всегда что-то делаешь. У меня тоже там бизнес. Мы с ребятами в сфере развлечений работаем. У нас клуб. Мы делаем вечеринки, делаем концерты, фестивали, привозы. В прошлом году летом улетал, чтобы там фестиваль сделать. Занимаюсь музыкой, играю музыку, диджеинг. Я главный помощник, наверное. Надя, моей супруги, да. Кого, меня? Да. Да, конечно. Нет, у нас в Якутске, ну, у меня конкретно две действующие точки бистро. Вот, активно тоже развиваются. Я езжу тоже туда на командировки. То есть туда, вот, сюда, по работе теперь. Китай-город – это азиатское бистро, с паназиатской кухней, современной такой подачи, так скажем, да, сильно не связанной с Китаем, потому что все равно аудитории нужно давать такой выбор, скажем. Приобрати место, да, где собираются классные люди, по пятницам, субботам у нас играют диджеи, делаем разные коллаборации. Это место открыто в партнерстве с моими друзьями. Саха, конечно, комьюнити первостепенно нас тоже посещает. Вот. Даже когда было землетрясение первое, мы здесь в час ночи все собрались. Очень много людей пришло. Порядка, мне кажется, 60 человек точно здесь было. И сидели здесь прям вплоть до утра. Вообще мы работаем пока всего лишь 3 месяца. Развивать достаточно тяжело, скажу честно. Потому что это совсем другой рынок, естественно, да? Нежели чем якутский или даже российский. Он прям сильно отличается. Всем привет! Да, это же дети. Всему 7 лет. И это произошло, как бы, ну, очень быстро. Сам он общительный, очень вливается в общество, то есть без какого-либо прям сильного труда. Поэтому в школе все хорошо, ему нравится. Он со всеми дружит, общается, какие-то близкие друзья уже появились. Только помогают. Я привез закваску для бурпаха. Бурпах – это наш национальный кисломолочный продукт, делается из закваски на основе коровьего молока, вот, на основе сорота, ну, это как кефир, и сахар добавляется. Очень похож на кумыс, но из коровьего молока. Делаю дома, для себя, для друзей, для земляков. Есть достаточно много заказов от местных, казахи тоже полюбили. Людям нравится, я вот тоже друг мой земляк, нарисовал этикетку, печатаю этикетки, это на алфавите Новгородова, на старом якутском алфавите написано тут. Да. На эсэк это обязательная вещь, и я надеюсь сделать очень большой дроп, специальную этикетку мы нарисуем совместно с эсэхом. Вот я сейчас думаю, как это реализовать, как сделать такой идем, чтобы всем нашим землякам сахара хватило, чтобы всех угостить. Вообще, если углубляться, это очень такая обширная тема. У саха есть понятие того, что есть 3 мира. Это средний мир, высший, да, получается, и да, нижний мир, да. И все это, то есть, связано все равно с человеком, да, с его житием, бытием. И есть главное божество, это Юрий Артаян, и есть 9 небес, не небес же говорят, тос халанди бабата, вот, и каждому поклоняется, то есть это бог огня, и каждому им есть какое-то свое поклонение, есть свой алгыс, даже где какие-то написаны. Такие обычаи мы все равно носим с собой и прям почтим, да, и даже если не осовременено как-то, это, я считаю, что это классно и здорово. Поэтому и здесь, то есть, проводится национальный праздник эсэх, да, который будет 26 мая. Носить и знать все равно какую-то свою национальную идентичность, я считаю, что для человека это супер важно. Вот. Поэтому и создаем, знакомим со всеми, с нашей культурой, хоть и как, ну, как умеем, да, потому что мы же все-таки как бы современными живем.